Долгие годы Россия переживала демографический кризис. Для того, чтобы преодолеть его последствия, руководство нашей страны на протяжении вот уже нескольких лет принимает законы, направленные на поддержку материнства и детства. В этом году также приняты и уже реализуются ряд инициатив, позволяющих усилить социальную защищенность семьи. Подробности в нашем следующем материале. Демографическая политика Российской Федерации нуждается в реальной перезагрузке. Именно для того, чтобы это осуществить, и принято решение начать с 1 января выплату ежемесячного пособия в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Управление социальной защиты населения в Славянском районе уже начало принимать заявления и документы на выплату пособия. Названная выплата в размере 9845 рублей будет осуществляться тем нуждающимся семьям, в которых родился или будет усыновлен ребенок, начиная с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется семьям со среднедушевым доходом не выше полуторакратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного за второй квартал 2017 года в Краснодарском крае. Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка назначается со дня рождения ребенка, если обращение поступило не позднее 6 месяцев после рождения ребенка. Если по каким-то причинам заявитель опоздал и не подал в 6-месячный срок, то назначение пособия производится со дня его обращения. Данная выплата станет очень хорошим подспорьем для семей, у которых появился или появится первенец в наступившем году. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».